Всем привет, с вами Тома, и мы начинаем стрим по просто за 74 скуку, там уже от Little Pony фактически. У нас ничего не осталось, давайте мы зайдем в игру. Ура, игра. Да, всем привет, кто в чатике. Энн Мари вижу со звездочкой и остальных. Мили там, Вальтер были все, да, со всеми уже поздоровалась. Всем привет. Всем привет, привет всем. Эдель подошла, да. А сегодня, наверное, будет не такой большой ажиотаж, потому что основная интрига была у нас в прошлой серии, а теперь у нас как бы интриги нету, и есть суровые будни, потому что есть младенец, ну, отчет по лицензионным отчислениям пришел. Мы его, наверное, в конце стрима сделаем малышом, потому что я уже с Шерри столкнулась с тем, что в увеличенной продолжительности жизни с младенцем надо что-то очень долго возиться, поэтому я думаю, мы не будем. Что? Ты все еще что-то еще хочешь? Что с ним еще можно сделать? Ты же уже меняла пеленки, не меняла? Поменяй. Поменяй, мама года. Короче, мы не будем ждать время, отведенное. Потому что оно просто орет. Вот. Ну, конечно, милая, но что-то фазу с криками и прочим хочется как-то немножко сократить. Вот, тем более, я, кстати, не помню, а чё они ночью подхватились, потому что они у меня оба не выспались. О, шалость удалась, Шерри попыталась убедить умников взбунтоваться против спортсменов, но спортсмены ее опережают и рушат все планы, теперь ее заперли в шкафу. А, не удалась, господи, Шерри учится хуже. Ага, то есть в этот раз не прокатило, спортсмены оказались не такими, как умники. Вот. Да, они первыми решили нанести ответный удар, но окей. Короче, где ты там болтаешь, Мика? Я тебе сказала вздремнуть, а он там с Мика зависает в коридоре. Ну ладно, зависай. Нет, ну раз ты не хочешь спать, иди тогда, не знаю, делом займись, что ли. Я его уже второй раз пытаюсь уложить спать, он не укладывается. Так, ты допрограммировал? Вот, видеоигру-то не доделал, иди делай. Как это строгие мы с Акирой, нечего тут. Короче, я не помню, что они посреди ночи подхватились, но они оба не выспавшиеся. Наверное, кто-то из детей разбудил, как обычно. Как бороться с бессонницей? Еще на заложенном камне закончились. Я, честно говоря, у меня есть единственное средство против бессонницы. Это уработаться так, что просто больше ничего делать не можешь, кроме лечь и отрубиться. Это самый действенный метод, вот, потому что, да, тоже бывают проблемы. И кроме как сесть и работать, пока не захочется спать, я даже не знаю, что еще тут можно сделать. Короче, все, дитё лежит. А Куко, пока дитё вот тут выгулено, это самое, пойдет и... Иди-ка ты пробегись по улице, потому что нам ей надо все-таки немножко... Спасибо за вдохновение. Удачного стрима. Три. Ого, Энмари, большое спасибо за поддержку. Да, вам всем тоже большое спасибо за то, что меня поддерживаете, потому что прям приятно, когда аудитория отзывчивая, добрая и понимающая в человеческом плане. Вот. Ну и за поддержку, за финансовую, конечно, тоже большое спасибо. Вот, потому что Куку явно надо один уровень взять фитнеса, потому что она немножко полноватенькая у нас стала после всех этих детей и прочего. Ну и с возрастом стимы просто сами по себе чуть-чуть полнеют. От этого никуда не деться, вот. Но я думаю, что когда она возьмет следующий уровень фитнеса, то вот четвертый, пятый, то фигура должна чуть у нее уменьшиться, по идее. Сузится. Ну вот, короче, да. Поэтому нехай бегает. Ну, это просто, чтобы посмотреть на, так сказать, мир. А то сидит все дома. И потом у нас зима тут местами проскакивает. И дома еще побегаем на беговой доске. Беговая доска, супер. На беговой дорожке. Было землетрясение. А, точно, было землетрясение. Большое спасибо. Потому что я, честно, у меня столько проектов по Симпсам было на той неделе, что я уже на стриме говорила, что у меня же просто так, господи, где что происходит? Куда бить? Бегать с важным видом. И что делать? Потому что, ну, что-то как-то реально. Да, вышел сегодня Project Pastel Dreams, вот, так что, кто не смотрел, можете заценить. Так, мне записано, что мне надо сфоткать котов втроем. Попытаться, по крайней мере, перед тем, как отдавать Бартоломью семье Дальгальта, в которой он изначально был. Только как бы это сделать? А где у нас вообще Бартоломью-то наш? Тут сидит. Как бы нам их втроем собрать в одном месте, чтобы сфоткать? Кто-то наблевал, какая милота.
Вот, и показать по поводу котят, что их можно продавать. Он тоже, они с мамой одинаково боятся всего. Похоже, что в вашей квартире происходит что-то чрезвычайно интересное. Да вообще науки, прям интереснее интересного. Пригласить на выступление внутри? А что у нас, кошки поют? Нас вроде никто не выступает. Ну, он, наверное, не дождется, пока мы закончим бегать. Я так и чувствую. Зато кошки его встречают. Вот. И что, ты похудела? Да, мне кажется, она похудела, нет? Или мне так кажется? Или мне надо было на нее в этот момент смотреть? Или я выдаваю желаемое за действительное? Не, серьезно, мне кажется, она чуть-чуть худанула сразу. Так, о, подождите, если науки тут, откуда там сердечки? Не, серьезно, это как? Может быть, у Дарлинг появился кавалер, потому что по-другому я это объяснить его не могу. Вот. Так и усну в наушниках, мама заметит и будет мне плохо. Ну вот, кстати, не знаю, я как-то музыку, ну, по идее, помогает, но я не слушаю, потому что мне кажется, что в наушниках спать как не очень удобно. Вернуться домой. Так. Интересно. Нет, все-таки серьезно, как это так? Вот, давайте вот сейчас котиков сфоткаем. Ну-ка. Выложить фотку в Инстаграм. Ой, она его умывачки котика. Котика умывачка. То наплевал тут посреди дома. Извиняюсь за мой французский, но действительно. Ми-ми-ми. Смотрите, какая. Давайте 4 раза фоткнем, чтобы точно что-нибудь получилось. 11 подписчиков. Она его умывачкает. Вот, даже кошкам приходится заботиться о своих мелких. Милота какая. Ну, для кошек вообще нормально друг друга умывать, потому что у них, как вы знаете, вот у обезьянок это самое, друг другу там блох каких-то искать, то у кошек друг друга умывать это норма. Ну, а про мам понятно говорить. Ой, я даже лизнула. Какая милота. Не, серьезно, какая милота. Так, что у нас тут? Коко, ты уже идешь вытирать? Да, это кучка шерсти. Кстати, мне кто-то говорил, что писал, точнее, что Момо грязная. Нет, она не грязная, она такого цвета изначально. Кошек здесь мыть нельзя, соответственно, они не пачкаются. Ну, в плане как собаки. А чё у неё? А, ну шумные соседи, понятно, да. Я все-таки не понимаю, если ты тут, то кто там? Кошки сели порать. Что то Шерри не очень хороший проказник. На самом деле у нее две шалости удалось и две не удалось. Пока один, можно сказать. Ну, 2-2 счет. То есть через раз у нее то удается, то не удается. Но было бы странно, если бы она прям у нее все удавалось с первого раза. Можно выпить. А, прощай, там пишут. Да, ромашку выпей какой-нибудь. Или там, ну, еще валерьянка помогает. И все такое. Что, дома есть из... Как это... Как же это называется? Это каким-то умным словом называется. Я его забыла. А, я предлагаю... Нарисовать что-нибудь или сфоткать. Нам кота отдать надо. Где он, Бартоломью? Бартоломью, ты не хочешь со своими потусить? Давайте его сфоткаем. Тоже. Хоть одного. Это твой папа. Запомни его таким. Будем потом котенку показывать и рассказывать, каким суровым был его кот-отец. Так. Тома готовится к семейной жизни на ГР. Да у Тома... у Тома две кошки и муж, поэтому, знаете, у меня уже вполне активная семейная жизнь.
Если еще ребенок это будет, это вообще будет атас. Вот, ну будем, конечно, надеяться, что рано или поздно мы сможем себе его позволить, но пока, увы, никак. Так, давайте польем, может. Лета поливать не надо. Не, не надо, мы, очевидно, поливали не так давно. Ну и ладно. Тогда давай нарисуй что-нибудь, пока ребенок спит. То нам деньги надо. Что-нибудь по фотографии. Давай маленькую. Вообще, ей надо караоке качать свое, а не картину рисовать. Так замечательно Твич улетел, пропустила совет от Тома. Но тебе, кроме меня, уже народ тоже советовал просто выпить какую-нибудь там ромашечку, валерьяночку или что-нибудь, укутаться во что-нибудь тепленькое, но не жаркое, и спокойненько уснуть. А самый лучший совет перед тем, как ложиться спать, потрудиться так сильно, что просто прям такой раз и вырубился. Вот. Ну, это, конечно, не всегда полезно, но зато действенно. Ну, чё ты как не там не доработаешь свою программу мега? Ну, как настоящий программист будет ее писать 3 дня и 3 ночи. То он уже не первый раз за ней сидит. Отлично, поломался компьютер. Супер. Чини. Вот тебе новая задача. Но его вроде током еще ни разу не било. Он у меня достаточно такой везучий в этом плане. Пу-пу-пу. Ну, если что, загрузимся. Вроде пока ничего важного не случилось. Может, поменять жизненную цель? Я, кстати, думала про смену жизненной цели, но фишка в том, что у Куко есть такое, как выиграть фестиваль Умникон. И если вдруг у меня в этот момент будет стоять жизненная цель, допустим, рисование, то будет немножко обидно. Вот, вообще, да, мы в любой момент, в принципе, можем менять жизненную цель. И вот если мы берем, допустим, где у нас тут рисование было? Творчество, художник. Начать 3 картины и рисовать в течение 5 часов, это, в принципе, несложно. 4-й уровень у нас давно есть, продать 3 картины тоже несложно, 3 эмоциональные тем более. Потом 3-й уровень, любоваться или восхищаться 3 картинами в музее тоже просто. 10 превосходных картин, вот тут сразу затык, потому что Куко рисует редко что-то превосходное, по-моему. Вот, а сильный художник, 10-й уровень, и нарисовать 5 шедевров. Шедевров, короче, как бы... Я думала уже о том, чтобы поменять ей цель, но что-то как-то... Я боюсь, что если я ее поменяю, я потом к городской даже не вернусь никогда. Не знаю, просто очки жизненного опыта мне как-то даже... Я не знаю, на что потом тратить, потому что все, что ей нужно, я ее уже взяла. Вот, она меня уже, по-моему, и эрудит, и что-то там, короче... Она... У нее есть деловая хватка, она эрудит, и быстрая уборка, что... А, еще... А, это самое, от смущения ей не надо, потому что у нее уже есть партнер. Так, что за куча? Поэтому я даже не знаю, зачем мне ее менять цель. Ну, в плане, какой от этого профит будет. Потому что горожанина я в любом случае хочу качнуть. А, и я, кстати, смотрела, что я Куко послала рисовать, потому что я смотрела следующие квартиры, в которые есть вариант переехать. Вот, и, короче, та, которая мне нравится, очень дорогая, и нам на нее реально надо будет много денег. Поэтому будем, как говорится, зарабатывать. Я надеюсь, и лицензионное отвлечение, отчисление по всякой игре нам в этом будет помогать. Что-то там. Так, ребенок проснулся, сейчас пойдем. Рисует. А потом исправлять баги, да-да-да. Сначала программируешь, потом тестишь, потом исправляешь, потом опять тестишь, потом опять исправляешь, и так до бесконечности. У меня организм сам в 3 часа ночи автоматически врубается. Но это хорошо, когда хорошо работают биологически какие-то часы, и есть определенное время, когда организм такой, все, я типа спать. Потому что бывают у людей проблемы, реально, которые не позволяют им заснуть. Вот. Так, и что ты мне нарисовала? Великолепно. Ну, вот она чаще всего великолепно рисует, чтобы она нарисовала прямо что-то превосходное. Это, знаете, клади в багаж, потом это в библиотеке, в галерее продадим. Будем там зарабатывать деньги, потому что там с наценкой. И она скоро спать захочет. Что-то у нас сегодня Шерри не хочет идти прогуливать. Я прям это самое. Может, мы пока вздремнем чуть-чуть? Рядом с ребенком, чтобы он, когда заорал, мы сразу встали и посмотрели на него.
Да, он лежит довольный. Давайте с ним рожицы покорчим. Что мы там еще с ним не делали? Поговорим. Покачаем, поворкуем. То потом вырастет и все. Третьего я делать не буду. Не, мне кажется, она реально чуть-чуть похудела после прокачки навыка, нет? Или мне кажется? Напишите в чате, мне кажется ли, реально она все-таки чуть-чуть постройнела. А вышли великолепно только шедевр. А превосходно, это меньше разве? Мне казалось. Да? Ну ладно. Значит, мы уже перешли этот порог, да? Теперь она наоборот не сможет рисовать хуже. Черт. Картины по 3000 стоят, так что не так плохо. Да, картины самый прибыльный, на самом деле, вид занятия в Sims. Так что у нас, короче, Коко такой этот, кормилец семьи. В том числе. Не, Акира тоже уже неплохо зарабатывает, между прочим. У него там уже какая карьера. Кстати, тебе тоже надо поспать. Иди тоже взремни хотя бы. Тут ты меня не досидишь до вечера. Он у нас уже независимый консультант, это 8-я ступенька из 10, вот. То есть он уже как бы, ну такое, 185 на 8, сколько-то он зарабатывает у нас. Ну, короче, больше 1000, 1,5 даже, наверное, за день. Оценки стали лучше, Шерри хорошо потрудилась, теперь ученица начальных классов, хорошистка. Да ладно. Правда, что ли? Не верю. Покажи дневник. Хорошистка, действительно. Дурное влияние Рёты. Так, где коты? Нам все еще надо отдать кота. И я все еще не показала, как кота продавать котенка. Ну, сейчас мне проснется Куко. Если я не забуду, я вам покажу. Кто поет? А, она поет. Это она в родителей в душе петь любит. В душе. Мне кажется, что точно похудела. Она реально похудела, вроде, да, похудела, вроде такая же. Ну, короче, мы будем считать, что если мне и кажется, то кажется не мне одной, так что... А, Шерри не могла прогулять, потому что она заперта в шкафу. Ну да, есть такое. Она не может показать вам, как продавать питомца? Или может? Ну-ка, сейчас попробуем. Будет у нее это в списке или нет? Да, есть вот, короче, заказать услугу, и здесь есть продать питомца и отдать питомца в приют. Это продать только на котят и щенят, по-моему, действует, то есть маленьких. Вот, но, как вы видите, это без денег, то есть вам за это ничего не будет. Вы просто как бы отдадите животное в добрые руки, ну вот, короче, торговать котятами не выйдет. Можно будет просто отдать лишнего, если вдруг у вас там двойня, вы хотели одного. Также можно приютить ребенка и котенка, и собачку, и щеночка. Хорошистка, иди делай уроки, а то тебе вдруг позвонит напарник, или мы сами позвоним, погуляем чуть попозже, когда уроки сделаем. Все, эти дремлят. Ребенок дремлет, какая радость. И Бартоломью надо отдать, не забыть. Мне прям это самое. Я не знаю, как их втроем собрать в одном месте. Может, я хотя бы котенка с папой сфоткала, но он что-то не хочет общаться с сыном. Он такой вообще после это самое такой. Я тут не знаю, чего от меня хотите все. Вот там пишут, сколько капель и таблеточек для того, чтобы заснуть. Не, реально, как бы, ничего страшного в этом нету, потому что ну, вот эти все настои на травах, это и давно известно, и все пользуются, все нормально. Ну, Бартоломью, ну, пообщайся ты с сыном, а? Почему мама с сыном общалась, и ты не хочешь? Пошел платок, очевидно. Два человека у себя дома все. А, кстати, по поводу кошек на столешницах, это норма, на самом деле. То, что мы ее отучаем, она все равно запрыгивает. Если это, опять-таки, стрим субботний смотрели, я там сейчас еще за одну семью играю, там тоже есть кошка. Я ее тоже пытаюсь отучить прыгать на столешницу, но это все тщетно, потому что, короче, вообще. Давайте пригласим Рёту на свой участок. Где он тут? И пообщаемся с ними. С ним.
Только главное, чтобы он не пошел опять наших лошадей уводить. Через симов с ними можно взаимодействовать, но там ничего такого нету, чтобы могло их собрать в одном месте троих, ну, в плане, вот вообще прям нос к носу. Ей, кстати, надо играть на музыкальном инструменте в течение 5 часов и нарисовать... Чё? Нарисовать 5 типов картин на столике для поделок. Чё ты себе в глаз-то тыкаешь этой лошади постоянно? Что это за анимешная музыка у вас там? А, это еще и радио. Да и не надо нам, выключи. Меня потом закопирайтят. Давайте пойдем нарисуем картины, раз нас просят рисовать. Я пока только не могу 5. Я могу 3. О, кол встал. За компьютер, за компьютер сразу. Иди-ка ты нарисуй мне уверенную картину. Нифига. Прохлаждаться. Вот, Бартоломью срет и сидит. Ну, чё он себе в глаза тыкает? Лошадкой тыкает постоянно. Все, Кира не знает, чем заняться. Ах, что же делать, как же быть? А, тебе вон 3 часика осталось попрограммировать до достижения цели. Иди-ка ты дальше. У него сегодня выходной, если чё. Свободу котам, чтобы на столешницах сидеть. Да-да, они такие коты. Я, кстати, вообще не знаю, это... ну, точнее, я думала по поводу мальчишки сделать его либо каким-нибудь умным мальчиком, либо... Что предлагали? Что? Для нервного смеха. Тебя, типа, до сих пор никто не... Я думала, ты уже давно как бы зашел. Согласиться играть. Ну, заходи. Ты там сидишь, потому что тебя, типа, никто не пустит, а ты такой сам, типа, скромный и не заходишь. Я думала, он как бы давно, он уже считается на территории. Нет, стоит, бедняк. Можно я зайду, чтобы поиграть с детьми? Вот, в общем, либо умника сделать из Юкито, либо, может быть, наоборот, какого-нибудь, типа, спортсмена, что-нибудь противоположное Акире. Но пока лично в моем понимании перевешивать что-нибудь связанное с мозгами. Ну, типа, в папу, там, умный вне себя. Иди ты, доделай свою видеоигру несчастную. Ничего себе она рванула на улицу. Я понимаю. Так, что ты там опять? Шедевр нарисовала, нет? Шедевр, слушайте, реально шедевр нарисовала. Действительно шедевр. Ладно, давайте я так ей в инвентарь перекину. Она пошла есть. А мы можем его позвать, чтобы он с нами сидел и играл? Позвать? Нет, далеко слишком. Слишком далеко. Ну и ладно, зато он подальше от наших этих сам. Она тут все макаронами рисует или чем-то таким. Кстати, по-моему, в прошлый раз под формами у нее было что-то другое. Так, ребенок орет. Ку-ку. Она уже сообразила, кажется. Сообразила ты? Сообразила. Что кто-то кричит. Внимашки. Камила там. Поменять пеленки, меняй. Поворковать. А покормить его не надо, а то опять заберут. Корми. Может, поваром, а то его отец вечно голодный. Да нет, он скажет, а Кира все нормально. А,
Точно. Нет, я не про Рёту, я про Юкито. А с Рётой там как бы... Да, его отец вечно голодный, Наоки вечно голодный. Я вообще говорила про нашего пацана, потому что с этим оно как что вырастет, то и будет. Мы на него минимально взаимодействуем, ну, в смысле, влияем. Только вот внешний вид немножко тут поправляем чуть-чуточку. Потому что как бы, ну, все-таки я стараюсь не вмешиваться в... Это пар от молока идет, да? Или это кто-то у нас до сих пор воняет? Нет, это, наверное, кому-то до сих пор надо поменять пеленки. Так, только не тырь наших лошадей. Не тырь лошадей! Шерри! Беги! Спасай лошадей! Давай, восторгайся кошками. Да, ура, мы его перецепили, кажется. Ну, вы видели, он явно шел по направлению стянуть себе еще одну коняшку. Ему вообще никакого доверия нету. А он наверху ж. Вы телепатически будете через этаж общаться? А, он идет. А таки занято? Или вы втроем сядете? Чего вы туда-сюда ходите? Потрясающе, что это дом какой-то. Не дом? Вот любит она так спать, да? Такая раз. Спит. И даже не боится, что рядом компьютер шумит. Рёта какой-то лошадиный вор. Да-да-да, он, я говорю... Вот правильно, защищай тело коней, а то утащит. Кстати, мы нарисовали, нам засчиталось-то хоть? Да, одна из пяти. У нас тут мини-галерея художественная. Отлично. Планировать продать ответы на тест. Интересная шалость. Они будут продавать ответы на тест? Ну-ну. Я вас верю, дети. Они там просто какие-то реально подрывают авторитет всей школы. Ладно, иди ешь. Так, а ты не трогай лошадей. Иди с ней вместе. Ну ладно, если заберет, значит заберет. По идее, если мы один раз его отвадили, он больше не должен, по идее. Я надеюсь. Ну, если что, вы знаете, кто лошадей берет. Палочка в глаз. Рёта Брони, я не знаю. Просто он ребенок, а дети всегда берут игрушку, чтобы поиграть. А, Шерри у нас не умеет еще палочками есть. Ешь так руками. О! Так. Коко, быстро. Неужто мы сейчас заснимем всех троих каким-нибудь боком? Что такое? Вот. Вот, короче, все втроем типа влезли. Не совсем прямо, но... Ну... Тут лучше я кадр... Ну, вот так еще давайте сделаем. Все, короче, можно отдавать папу, кота. Папу, кота. А Киру мы отдавать не будем, если что. Нам еще самим пригодится деньги зарабатывать. Вот, все, три кота. Я сфоткала, ура мне. Я думаю, это вообще Unreal. Но если очень постараться... Это дороже. Все, это я себе на память скриншотиков сделаю. Потом вспоминать. Все, сейчас отдадим обратно кота. И все. И потом он будет делать котят где-нибудь еще. Да, давайте сохранимся.
Уроки детям делать не надо. Она уже сделала уроки. Она сделала уроки, как только зашла в дом, я ее сразу отправила делать уроки с расчетом на то, что вечером всякие гости, не гости там. Сохраняйся, играй. Да, кстати, Рёту прикольно сделать было бы поваром. Так. Вот, у нее все завершено, все нормально. Новая видеоигра готова. Введите название для новой видеоигры. Ну как назовем? Там у нас была про кошек, по-моему, игра, да? Давайте назовем ее Пони Ферма. Так не назовем. Так, и что там, сколько-то денег, кстати, скинулось, но я не заметила, если что. А ты не качнул себе там, нет? 99 из 100. Обидка, печалька. Ой, Дель, большое спасибо. Так, вот, все, короче, он уже спать хочет. Я думаю, что, в принципе, 8 вечера. Значит, этот час допрограммирует он с утра, когда встанет. Потому что... Иди спи, короче. А то ночью опять какие-нибудь соседи, еще что-нибудь. Вот, а нам как бы оно не надо. Мы сейчас кота отдадим. Все, кот доиграл с котенком. Все, мы тебя отдаем обратно. Такой, нет. Не, тут неплохо. Котенок за ним повторяет? Смотрите, он за ним повторяет. Он учится у папки. А, какая милота. Папа, папа, расскажи, как ты познакомился с мамой. Даже его жалко отдавать, но кот не наш. А, Коко легла спать, да? Замечательно. Ну, значит, мы его отдадим утром, когда она встанет. Потому что, как бы, ну что, Шерри сама понесет, что ли, типа, отдавать? Ну, конечно, там через редактор, но тем не менее. А, кстати, ей тоже спать надо, речь. Все, валите все из нашего дома. Шумят тут наверху. Все, использовать и спать. Так, ну и еще один денек мы с младенцем поработаем, а потом, я думаю, как раз время придет. Две 700 или 2 350 пришло. Но это хорошо, что пришло за видеоигру, из-за нее, по идее, должны быть еще потом отчисления. Я на записи потом пересмотрю, я никогда не замечаю, когда там какие-то деньги вылазят. А да, котенок ой, очень милый, тут котята просто сама прелесть. Вот, так что. Так, сколько? Два коня на месте? Два, два, два. Один у нее, один у Рёты. Еще два стоят. Все, иди ты домой уже спать. Сам домашку, небось, не делал. Кто орёт? Где орёт? Кошачья семья. Сидят. Ну что такое? Ну идите вы лесом. Интересно, мои проснутся, нет? Да, проснулись. Коко, иди разберись, а? А, нет, ты в туалет идешь. Хорошо, Акир, иди ты разберись. Реально достали, а? Я вообще, кстати, основная прелесть той квартиры, которую я присмотрела. А что, я не могу с ними ничего сделать? Это вообще оборзели. Серьезно, нет действий. Основная прелесть той квартиры, которую я хочу в следующем переезжать, она очень дорогая, но зато она без соседей, вообще без соседей. То есть одни вот доме. И причем это не в этом районе, потому что я думала насчет пентхауса, вот, который у нас тут рядом. Yes. Вот насчет этого пентхауса, я думала, вот он наверху. Но он такой здоровый, слушайте, там и вертолетная площадка, и бассейн, и спортзал, и просто там, я не знаю,
Ну, понятное дело, что оно очень дорогое, но оно просто очень неудобное, потому что очень большое там, не знаю, симов 30 жить могут. Вот, поэтому я посмотрела квартиру в деловом районе. Вот, она тоже очень классная и вот как наша такая стеклянная, то есть небоскребе. Вот, но без соседей. Какая радость. Никто не будет больше орать, когда мы на нее накопим и переедем. Давайте-ка вежливо постучим и наорем на них. В самом деле. Когда Коко пойдет снова в бутик? Я думаю, когда мы малыша сделаем малышом, то есть еще один день она посидит дома, вот, а потом уже со следующего дня пойдем, ну, или уже в понедельник, я не помню, какие у нас тут фестивали будут. Ну, короче, все, дальше мы занимаемся бутиком и копим деньги на новую квартиру, потому что, короче, это все классно, но как бы деньги нужны. Туда рынок там у нас ошалевает. Шерри там качается. Да. Вот, почему я обычно этого не делаю? Потому что, видите, у них сразу портятся отношения с соседями, вот. А я как бы этого не хотела. И у них еще все равно полчаса этих шумных соседей осталось, ему да. Делать дополнительное домашнее задание? Шерри, да ты прям вообще жгешь. Че ты решила дополнительную домашку делать? Ты у нас это становишься умницей дочкой? Вы телек смотрите или он просто включен? Это причем консоль еще работает? Че так хлопать тетрадкой? Так, кстати, нам, я думаю, надо сделать перерыв. Вы еще можете спать, нет? Идите спите, короче. Мне показалось, что тут что-то блестело. Ну, вроде ничего не сломано. Ой, короче, идите спите и давайте сделаем перерывчик на 5 минуточек, даже на 2 минуточки. Ребенок, иди спи тоже. Хватит делать домашнее задание, дополнительное причем. Книжка. Кота, короче, утром отдадим. Будем, может, тоже побегаем, порисуем и все такое. Да чего вы встаете-то? А, ну понятно. Давайте продолжим с этого после паузы. Ребенок разбудил, как обычно. Сколько квартира стоит? Ой, там 1100, что ли. Что-то много, короче. Короче, есть что копить. Вот, или 80. Я не помню. Короче, много, много. Нам еще работать и работать, но я думаю, с текущим навыком работы у Коко в плане рисования картин, это нам там недельку поторговать, и все будет в шоколаде, как говорится. Чтобы ответы на тесты продавать. Точно. Она села делать дополнительное домашнее задание, чтобы продавать ответы на тесты. Вот ведь игра, действительно. Да, Мика спрашивает мужа и сына, где вы пропадали весь день. У соседей, конечно же. У себя дома чё ошиваться. Давайте перерыв буквально на 2 минутки. Если вы что-то конкретное хотите посмотреть, пишите в чате, и тогда продолжим. Скоро не переключайтесь.